Гребень амурского паводка проходит в эти дни в районе села Нижнеспасское. Однако местным жителям не стоит беспокоиться. По прогнозам, вода, вероятнее всего, не достигнет отметки «неблагоприятное явление». В чрезвычайном ведомстве ежедневно мониторят ситуацию на реках региона. Задействован 21 гидропост. На сегодняшний день Амур выше поймы только в Ленинском и Нижнеспасском. За сутки наблюдаются колебания уровней воды от минус 21 до плюс 8 сантиметров.